С 12 мая период нерабочих дней в России и для отрасли экономики завершается. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации. Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Под временным запретом остаются и массовые мероприятия. Президент подчеркнул, что, несмотря на завершение нерабочих дней, борьба с пандемией продолжается. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. Он отметил, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. Смягчение должно идти постепенно. При этом необходимо соблюдать все условия и санитарные требования, которые гарантируют безопасность людей. Владимир Путин подчеркнул, что главы регионов могут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ряда ограничений. Они также вправе приостанавливать деятельность предприятий, которые не соблюдают требования санитарной безопасности. В ходе своего выступления президент анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком вдвое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Кроме того, глава государства заявил о необходимости расширить список семей, которые могут получить выплаты на детей до 3 лет. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. Эти семьи смогут получить ежемесячную выплату в 5000 рублей на период с апреля по июнь. Кроме того, с 1 июня будет произведена единоразовая помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом от 3 до 15 лет включительно. Каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала госуслуги или через отделение пенсионного фонда. И получить деньги, 10 тысяч рублей на каждого ребенка, начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года.